New Art Games. Фентинор. Хроники. Презентация. Игра, которая затмит славу World of Warcraft. Игра, которая заставит Blizzard плакать от осознания собственной никчемности. Игра, в которой можно будет грабить караваны и будет охрана дворца. Игра, которую вы все ждете уже 2 года. Ну, примерно так бы мы сказали, если бы были очередной группой новичков без опыта, но с огромными амбициями. А мы просто разрабатываем качественное ММО, не стесняемое рамками, поставленными инвесторами. Мы работаем не ради того, чтобы сделать как у Близзарда, но круче. И не ради развития чувства собственной важности. В первую очередь мы делаем интересный мир. Многие молодые разработчики, кстати, забывают, что ММО — это в первую очередь именно мир. Почти настоящий и живой, а не просто многопользовательская игра. Мы же в первую очередь хотим погрузить игрока в атмосферу загадочного междумирья, увлечь в борьбу фракций, дать ему возможность проявить себя так, как ему хочется. Конечно, разработка сопряжена с определенными трудностями, но мы за последний год опробовали множество систем контроля работы и создаем, наконец, свою собственную, эдакий виртуальный офис, который позволяет успешно координироваться людям даже из разных концов страны. Эта концепция хорошо показала себя на более мелких проектах. И теперь все силы мы направили на разработку нашей главной игры. Работы по ней хоть и замедлились на время, но не останавливались. Первая локация была проработана еще более качественно и досконально. Создано множество моделей, текстур и другого арта. В данный момент идет калибровка шейдеров, ведь для нас важно качество каждой детали. Да что тут говорить? Результаты работы арт-отдела вы сейчас можете видеть на экране. Звуковая составляющая игры также беспрерывно разрабатывается. Где музыка и звуки играют не меньшую роль. Проектная документация покрывает почти все мельчайшие аспекты игры. Прорабатываются сценарии как глобальных квестов, так и локальных событий. Проработана реалистичная экономическая система. Разработана невиданная ранее в подобных ММО политическая система, которая позволит игрокам решать разногласия не только мечом, но и тонкими интригами. Работы по ролевой системе не прекращаются в принципе, ибо на ней держится любая ролевая игра. 4 основные ветки развития с уникальным для каждой геймплеем теперь еще более проработаны и дробятся на узкие специализации. Кстати, кроме документации по проекту, у нас есть и внутристудийные документы, призванные облегчить и унифицировать разработку. Соглашение по написанию кода, руководство для дизайнеров. Программисты, результаты труда которых на данном этапе сложнее всего оценить неподготовленному человеку, тоже не сидят сложа руки. Сейчас налаживается клиент-серверное взаимодействие, оптимизируется передача данных, настраиваются важные модули, отрисовка интерфейса, поведение камеры, движок диалогов, взаимодействие с другими объектами.
как видите, работы продолжаются и наращивается их темп. Но нам нужно свежее мясо. В смысле, свежая кровь. Амбициозные, умелые, жаждущие получить новый опыт игроделы. Быть может, ты один из них? Тогда напиши нам письмо.